дождливым осенним днем Сусанин решил приехать в Винницу на СТО к дяде Толику, где он мне любезно согласился посмотреть, сколько масла в коробке его перезафира Б. Там его должно быть 2 литра. Ставим на пол масла. Тут его, конечно, практически не видно, но вы уже можете увидеть, что там не 2 литра. Так, чтобы посмотреть и точно померить. Сейчас, ага, вот с этой на стороны. Так, неудобно. Невдобняк. Литр. Литр у нас, вот здесь вот у нас литр. Оп, смотрим. Ну, короче говоря, литра там нету, то есть 900 грамм. И абсолютно правду говорят, то есть если вы хотите, чтобы коробка прожила на весь срок службы, заправляется масло, то вот 160 тысяч родного пробега, и в коробке из 2 литров осталось всего грамм 900. То есть чуть меньше литра даже уже. Точно прям не могу померить, нету стаканчика мерного. Но не 2 литра. При этом, слава богу, у меня все с коробкой нормально. Сейчас поменяем. Я думаю, она мне еще отходит 1100 так точно. Так что всем на заметку, кто не меняет масло в коробке. Коробка ручная, кстати. Ручная коробка, пятиступка. Обязательно меняйте. Иначе будет вам ремонт коробки. А при ремонте коробки, если что, все равно нужно менять масло. Поэтому вы масло по-любому поменяете. Не жлобитесь. И да, едьте к дяде Толику. Супермастер. Мне очень понравился. Все, Толик, привет.